Теперь и сочинцы смогут покупать свежее мороженое, сделанное на специальном профессиональном оборудовании. Итальянские аппараты рассчитаны также для производства щербетов, йогуртов, десертов и коктейлей. Такую компактную установку можно разместить в ресторанах, кафе и даже киосках. Представители брендовой компании «Карпеджиани» ждут предложения о сотрудничестве. Показываем свои новинки, показываем оборудование, которое у нас есть. Учим людей готовить мороженое, приглашаем их на курсы, где мы учим готовить мороженое. Клиентами нашими могут быть как рестораны, как частные клиенты, так и отели, и санатории, потому что профиль у нас достаточно большой. От ресторанов быстрого питания, как «Макдоналдс», «Бургер Кинг», заканчивая небольшими кафе. Представительство итальянского завода по производству профессионального оборудования для мороженого и коктейлей находится в Москве, поэтому во время проведения выставки в Сочи очень удобно всю информацию получить здесь, на месте, а также попробовать классическое или мягкое мороженое, которое, конечно же, отличается самым высоким качеством и нежным вкусом. Сорбеты – это мороженое, сделанное из воды и фруктов. Да. Вот, без молока, без сливок, это оно абсолютно костное. А очень нежная получается структура за счет того, что мы используем нашу базу. Компания «Карпеджиани» номер один по производству итальянского мороженого. И чем больше сочинских фирм заинтересуется производственными новинками итальянского завода, тем больше на курорте будет этого десерта высшего качества. Познакомиться с передовыми технологиями можно на выставке индустрии гостеприимства и развлечений в Гранд-отеле «Жемчужина». Елена Овсецина, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ».